Анастасія Ярошевич малює ледь не з пелюшок. Цей дар передався їй у спадок. Але не дивлячись на це, дівчина художником бути не хотіла. Художню школу закінчила, щоб зробити приємне батьку. Будучи людиною різнобічно розвиненою, Анастасія захоплювалася точними науками, іноземними мовами, писала вірші та викладала живопис. Як дівчина все ж вирішила стати художницею та що хоче донести світу своєю творчістю, розповіла у простій історії. У мене прабабушка була, яка в своє час поступила з першого разу в нинішню Харківську академію. Хотіла бути художником. Ну, как-то у нее не сложилось, и она стала математиком, а у меня наоборот. Я хотела быть математиком, стала художником. Меня пригласили преподавать в наш институт, и это меня зацепило. Очень было интересно на лекционная деятельность. Для меня это близко. Я поступила в Харьковскую академию, где училась в аспирантуре на искусствоведческом профиле. Так как я была искусствоведом, мне почему-то долгое время казалось, что искусство — это не то, на чем зарабатывают деньги. Это что-то выше этого, и поэтому ставить себе цель добывать хлеб таким образом, у меня этого не было. Я идеалистка по натуре, и мне хотелось, чтобы наше образование соответствовало там, каким-то европейским стандартам и так далее. Ну, так как нету базы, нету возможности, один ты землю не перевернешь. Поэтому я ушла с каким-то, может, с долей разочарования. Я год думала, уходить, не уходить, и все-таки ушла. Очень много думала о том, что вот люди, доживая свою жизнь, да, в определенном возрасте, когда ты уходишь на пенсию, ты становишься кем? Ну, в принципе, никем, бывшим кем-то. Мне хотелось найти такое дело, которое у тебя не отнимут, ну, при любых условиях. Только ты сам можешь его бросить, допустим. Вот. И так как у меня способности были именно к живописи, к творчеству, я решила заняться этим вплотную. Я работаю в реалистическом направлении, а варианты реализма могут быть разные. Вот то, как я вижу, это не фотореализм, допустим, это какие-то цветовые вариации. Раньше это были пейзажи и натюрморты, может быть, года три назад. Последнее время для меня ближе человек, его внутренний мир. Очень близки детские образы в смысле наблюдения, взгляда на жизнь ребенка и сравнения с взглядом на жизнь пожилых людей. Сейчас я очень много пишу именно стариков и детей. Я вижу суть человека именно как в творении природы. И мы должны быть теми, кем мы есть. Телевидение в широком смысле этого слова, если его слишком много, вот это наша городская суета, она уводит нас от той сути человеческой, кем мы являемся. Я очень много хожу пешком по окрестностям нашего города или куда-то выезжаю в окрестные ближайшие села. В природе я ищу тоже отражение, наверное, себя как человека, восприятие природы. Я пытаюсь по внешности понять, что это за человек, что у него внутри, вот, чем он живет, чем он дышит. И самое интересное, что потом, когда я выставляю картину в интернете, находятся люди, которые действительно узнают этих персонажей, хотя фотографически точно они не переданы. Но они узнают, они мне рассказывают, я знаю, вот кто это, вот это действительно тот человек. Это такое мимолетное первое впечатление, размышление на тему человеческой личности дает, видимо, положительный результат. Очень люблю в натюрморте стекло, интересное освещение, текстуры, фактуры, какие-то бытовые предметы, наверное. И это предметы не современные, это предметы чаще из прошлого. Или какие-то природные вещи, очень много хожу, собираю там сухие травы, даже подбираю мертвых жучков, каких-то бабочек. И это все составляет коллаж для будущего натюрморта. Выставки, конечно, имеют значение, но мне кажется, что для нашего города просто важно пока приобщить людей к этому, потому что это еще не произошло. Хотя сколько лет уже, 25 лет, по-моему, существует выставочный зал, но там людей немного. Мне кажется, нужно и больше рекламы,
потому что сложно узнать, когда открытие выставки. Если ты не живешь в том районе, то ты просто не знаешь, не имеешь возможности прийти. Мне интереснее выставляться за пределами города, в других областях. Там больше ценителей, там как-то это все развивается, и даже развивается на уровне местных властей. Современное искусство считается искусством мертвым, то есть искусство умерло. Например, если консервная банка может служить произведением, да, визуального искусства, то о чем говорить дальше? Каждый может быть художником, правильно? Взял банку, подписал, представил ее на выставке, все хорошо, это может сделать каждый. Поэтому я больше смотрю, наверное, в этом плане в прошлое. И конкуренцию ты видишь там. После того, когда ты уже понял эту жизнь, пережил ряд каких-то определенных событий, я считаю, что страдать художник не должен. Тем более он не должен страдать от нехватки средств, потому что тогда он художником не будет. Нечем будет создавать картины. Если ты наполнен до краев, скажем так, когда ты постоянно видишь мир, куда-то ездишь, читаешь определенную литературу, у тебя всегда есть мысль, о чем сказать. Этих мыслей, наверное, даже больше, чем нужно. Иногда кажется, что жизни не хватит для того, чтобы воплотить все те идеи, которые есть. Мне бы хотелось через свои картины обратить внимание людей на окружающий мир. Не тот мир, который мы видим в экране телевизора, потому что люди, многие в этом живут сейчас. Они живут в этой реальности, скажем так, в кавычках, которой на самом деле не существует. Пишу статьи об украинском искусстве в целом, допустим, и о современных художниках украинских, криворожских и по всей Украине. Я могу работать где угодно, у меня под рукой один ноутбук, второй ноутбук. Я пишу статьи параллельно пишу картины, параллельно что-то читаю, возможно, слушаю какие-то лекции там, то, что меня интересует по тем научным дисциплинам. То есть мне нужно, чтобы менялся вот этот вот ритм, менялась деятельность. Чем-то одним я не могу заниматься. Первая реакция, наверное, это какой-то человек не от мира сего. Некоторые говорят о том, что это сумасшедшие люди. Но во мне такой речи не было, наверное, я не выгляжу так. У меня ни ухо не отрезано, там, ни борода нигде там не торчит. Я Анастасия Ярошевич, и это моя простая история.